фишбот Леон с автопилотом, КТЛ-пилот. Рабочая точка, вот левое дерево, два дерева с той стороны. Сейчас машина там проезжает. Так, порывы ветра. Отправляем его на рабочую точку. Дистанция 126 метров. Корабль развернулся. Набрал ход. Скорость 5,6 км в час, осталось 16 метров. Пять, четыре, три, два, один. Корабль прибыл, выгрузил бункер. Развернулся и возвращается на домашнюю точку. Скорость возврата 7 километров в час. Домашней точке осталось 35 метров. Корабль сбросил ход и подходит на домашнюю точку. Прибыл. Так, фишбот Леон. Скорость поставили 3,3 километра в час, возврат и завоз. И так, чтобы было видно. Как вот, сейчас вот так сделаю чуть-чуть. Вон как там вот снос идет. Отправляем его на рабочую точку. Кораблик развернулся на месте. Взял курс. Скорость 3,3 км в час. Поставил скорость 3,3 км в час. Кораблик подходит к рабочей точке, вот где та белая фигня. Все, выгрузился. Чтобы видно было снос какой-нибудь корабль. Я специально поставил 5 секунд, чтобы было видно снос. Разворачивается.
домашнюю кошку. Подходы к домашней точке. Рыбу.